Это насосочники. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Дэнни. Маши вот тут ручками. Да, сегодня у нас будет долгожданный и любимый фикс-прайс. Зашла, очень много новинок, очень столько всего интересного, что даже некоторые, наверное, продукты я покажу в отдельном видео, потому что их нужно конкретно протестить, на это нужно время. Давайте приступим. Сегодня я в таком домашнем обличии для вас. И я решила так быть по-домашнему сегодня. Прям даже не хотела переодеваться в домашнем костюмчике своем и по-домашнему начать вам показывать фикс-прайс. Первое, кстати, я увидела у них вот такие вот вешалочки новые. Мало того, что я купила свои стандартные вешалки, я еще купила вот такую. Мне чем понравилась. Она стоит... Не помню сколько, наверное, 77 или 55. Где-то должен чек лежать, мы потом посмотрим. И это как раз-таки очень удобно для моих маечек, вот таких вот, с такими бретелечками. То есть раз сюда повесил, два повесил, потому что я на одну вешалку, ну, я покупаю вообще вот такие вот силиконовые. Вот, у меня в основном они по 3 штучки продаются, вот они, по-моему, 55 рублей, да, стоят. Ну, вот это тоже, наверное, не дороже тогда. Вот, и я на одну вешалку вешаю по 3 штуки. И когда мне что-то нужно, я с этими бретельками запутываюсь, там, какая сверху, какая снимаю их постоянно. А вот это будет очень удобно. То есть они не длинные, чтобы до пола не висеть, да, но при этом я буду видеть, где какая вообще очень удобно. Я взяла одну попробовать, попробую и вам расскажу, и посмотрим, насколько это будет удобно. Ну, у меня как раз-таки 5 где-то таких вот кофточек, и как раз 5. Классная вот эта вот. Там еще разные цвета какие-то есть, но я, естественно, взяла белую. Мне с белой удобно. Так, давайте сразу покажу игрушку, которую я взяла малому, и он ее испугался совершенно. Это я ему взяла, чтобы она плавала у него в ванне. Но, видимо, нужно было сначала его возле ванны поставить, включить эту игрушку. Она на батарейках. Батарейки здесь, кстати, откручиваются, закручиваются. Все время не могу найти отвертку, ножом открутила. Чуть-чуть даже здесь повредила что-то. Короче, две пальчиковые батарейки. Включаешь тут. И здесь такой моторчик, и она начинает ехать. Ну, он, понимаете, он боится. Ну все, 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 успокойся. Короче, будьте внимательны с такими игрушками. Дети их боятся. Все, убрала. 77 рублей стоит. Считаю, выкинула деньги. Я не знаю, как его приучить, чтобы он не боялся этого. Так, взяла свои любимые, естественно. Я пользуюсь только вот такими тряпочками. Вот, кстати, надо уже открыть, потому что все они закончились, и меня это бесит. Они, их не на очень надолго хватает, но они очень удобные, мне прям нравятся. Прорезиненные такие. Понятно. Я сначала искала, искала, не могла там найти, потом вот они, прям счастье какое-то пришло. А то сейчас Марлечка лежит, она мне вообще не нравится. На, тряпку, разбирайся. О, какая интересная штука. Я увидела, купила себе сразу две девочки. Это насосочники. Черный взяла и бежевый взяла. Давайте начнем с бежевого. Знаете, очень удобно. У меня есть вообще силиконовые. Я их заказывала на Алиэкспресс, но они у меня, представляете, какие-то прозрачные. Например, мою... Ладно, будем называть вещи своими именами. Вот это подбирать слова. Ну, что мы в самом деле, не люди, что ли? Соски видно. Все равно видно соски. Поэтому для меня должны быть насосочники, вот такие вот, не силиконовые, ну, то есть они здесь прилипают на силикон, да, а так они должны быть непрозрачные. Вот, насколько это, сейчас, короче, я отойду, вот такая штучка, смотрите, она вот прилипна с двух сторон, для хранения очень хорошо прилипается, и мне кажется, ничего так, надо и проверить. Сейчас я отойду, проверю, потом расскажу вам. Вот сейчас сделала одну себе. Слушайте, мне кажется, идеально. Во-первых, оно вообще, то есть не видно там особой бугристости никакой. Полностью прозрачно. Мне кажется, это супер находка. Девчонки, я молодец, что я взяла и черный, и белый сразу. Мне очень нравится. Бегите в фикс прайс и покупайте. Все, реально, сосков не будет видно. У меня вот даже те, они прозрачноватые, и видно сосок все равно. И... если брать какую-то обтягивающую вещь, то вообще, ну, здесь как бы, да, не знаю, короче, мне нравится, я реально довольна. И стоит оно всего там реально
Сколько она стоит? 55 рублей, что ли? Блин, в конце чеки я все посмотрю, ладно? Реально крутая штука, блин. Чего я больше не взяла? Если увижу, возьму обязательно больше. Классно. И черные такие же, мне кажется, ну, под более темные, естественно, лучше одевать. Хотя бежевый, кого денег нет, кто экономит, то бежевый это универсал. Потому что грудь-то наша бежевая, тело бежевое. Поэтому я бежевую всегда беру под все. Но если есть возможность взять и черные, то лучше, конечно, взять еще и черные. То есть они вот точно такие. А, нет, они не такие. Они круглые просто. А ну-ка. Ну, клей здесь такой же, в принципе. Слушайте, мне нравится. Вот эта вещь. Девчонки, вот это надо брать. Это must have, мне кажется. Тем более с нашими сейчас... Ой! Must have, отвалилась. Тем более с нашими сейчас модными вот этими кофточками, вот которые лифчик некрасиво, когда торчит. Вот это идеально. Все. Класс. Продаются в таких коробочках, чтобы вы видели. Я взяла это где-то недалеко от кассы, то есть оно рядышком было. Или вот где, знаете, отдел все для женщин, бьюти, там резиночки и все дела. Так, хорошая вещь, это вообще must have, супер-пупер. Еще одна из моих подписчиц, она там начинающий блогер, тоже скидывала мне, вот кто мне говорит, что я не помогаю блогерам. Я помогаю, и если кто-то начинающий блогер, мне частенько, допустим, присылают ссылочку на свой канал, я смотрю и говорю какие-то советы, что я вижу. В основном проблема у всех это звук, свет, картинка, фон, то есть подача, да, какие-то именно такие технические моменты, вот. Но я о них говорю, потому что, может быть, человек сам не замечает. И у девочки, пока я смотрела это видео, я увидела, что она покупала какие-то зажимы для обуви, представляете? Я сразу купила два, с одной стороны белый, с другой стороны, ага, зеленый и синий взяла. Хотела два одинаковых, но, по-моему, я не взяла два одинаковых, взяла зеленый и синий, думаю, пусть будут разные. Вот. А что, прикольно, один кроссовок такой, один такой, я люблю. Здесь оно работает батарейки, я не знаю, если тут... Да. Сейчас мы откроем, посмотрим, здесь входит ли у нас батарейка. Мне показалось... Дэйн, ну не крути, пожалуйста. Не надо. Мой, ты что, на маму полез, да? Сейчас кутался, что ли? Давай посмотрим, зажимы. Это, может быть, мы тебе оденем на кроссовок, если он... Не это. Не будет на тебя, знаешь, что? Ой, это раздел, мать. Большие, если они не будут на тебя, мы тебе на кроссовки оденем. Скорее всего, тут понадобится. А, не, горит, представляете? Смотрите, вот синеньким горит. Слушайте, а если синим горит, а это, наверное, зеленым горит. Кнопочка вот сбоку просто включает, выключает. Ой, мигает. Охренеть. Тут еще несколько режимов. Все, выключился. Короче, просто горит или мигает. Сейчас на зеленом посмотрим, может быть, он зеленым горит. Тогда, ну, как бы цвет получается важен. Не просто сбоку, да, там, а еще оно и цветами разными горит. И, в принципе, это ничего. Я люблю разношерстность. Да, тут зелененьким горит. И второй режим мигает. Мне кажется, это будет прикольно на кроссовках. Я вам замерю и покажу. По-моему, очень даже ничего, выглядит симпатично. А вот на мой кроссовок. Ну, конечно, для малого они немножко такие большеватые, мне кажется. Хотя можно было бы. Интересно, просто при ходьбе, мне кажется, так как он ходит, они быстро отвалятся. Вот, а вот на мой. Что-то в этом есть, девчонки, согласитесь. Свет такой яркий, классный. Также я взяла вот такие пакеты мусорные, которые я люблю. Они пахнут разными вкусами. Этот типа должен быть минт, но он просто сладенький. Мне кажется, оно уже лежало там и все смешалось. Я беру такие розовые, желтые, уже все поперебрала. Денька вообще очень ревнует, когда я начинаю что-то снимать. Он сразу подходит, обнимает меня. Типа такой любимчик, любит меня. Хе-хе-хе, ты хитрый, Дэнь. А когда я подхожу, тебя целую? Ты мне что говоришь? Ты мне что говоришь, когда я тебя целую? Ты говоришь, уйди, мама. Ты что такой хитрый? Уйди, мама, ты говоришь. Еще купила вот такой набор светильников. Смотри. Да, сейчас покажем. Давай покажем сначала, зай.
И вообще они работают или нет? Короче, вот такие три свечечки. Мне кажется, было бы очень прикольно, если бы на фоне, знаете, где-нибудь я там снимаю видео, и вместо того, чтобы включать огонь с ребенком, это, понимаете, очень опасненько. У нас вот такие вот свечечки, которые имитируют. Слушайте, они работают, да. Здесь круглая такая батарейка. Вот она. У меня есть целый набор, я также брала их в фикс-прайсе. Здесь, короче, вытаскиваем мою полосочку. И горит. И горит. Дэн, не сломай, пожалуйста, зай. Горит свечка, смотри. Свечка горит. Вот, видите? Ну, в общем, это надо смотреть в темноте. Покажу потом попозже. Ну, мне кажется, это прикольная идея. И, в принципе, эти... В наборе очень много продается таких. Кстати, неизвестно, сколько их штук туда. Давайте посмотрим. Одна это батарейка туда или больше? Одна. Одна батарейка легко открывается. Все, вообще супер. Короче, мне вот это нравится. Где все они? Я их поставлю все три и покажу вам. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Очень интересная, прикольная вещь, которую я видела. Это вот такой маленький комодик, смотри. Маленький комодик, Дэнь. Это для тебя, походу. Для маленьких детей. Подожди, давай откроем, посмотрим, как он работает. Для чего я его взяла? Там был красный цвет, парочка осталась. Ну, красный что-то никак. Стоит 77 рублей. Был синий цвет. Ну, что-то синий тоже. Решила зелененький. Вообще, я всегда, когда сомневаюсь в каких-то цветах, я беру зеленый. Считается, что зеленый, типа... Считается, что зеленый цвет не надоедает. Я тебя сейчас укушу. Я тебя сейчас укушу. Потому что ты отвлекаешь маму. Смотрите, Дэнь, смотри. Тынь-тынь. Очень легко входит и заходит все. Прикольно, да? Короче, я взяла его для бижутерии. Колечки куда ложить, что-то еще, и оно такое вот будет стоять. Классно? На, поиграй. Мне показалось, что это очень прикольный комочек такой. Может, даже его и больше надо иметь, там, два, три. Так, один пакет мы разобрали, это вам поближе все показать. А, еще. А, еще полоски для депиляции. Скоро отрастут мои усики, и мы будем с вами тестировать в отдельном видео вот это, потому что восковые полоски для депиляции для лица. 20 полосок готовы к применению, крем-гель после депиляции. Гладкая кожа до 4 недель, замедляет рост волос еще на основе натурального воска. В общем, тут все запечатано. Здесь внутри. Вот это, наверное, какой-то после... А это полоски. Слушайте, какие они удобные. Мы будем тестить с вами. Все, отдельное видео, будем делать фикс-прайс эпиляция. Класс. Такие полосочки. Не знаю, есть они еще или нет в фикс-прайсе. Я их брала где-то 3 дня назад. 3-4 дня назад. Да. Так, откладываем это. Дальше. Ой, необычная вещь такая. Блин, фикс-прайс в этот раз вообще новинками порадовал. Мне так интересно было все это посмотреть. Короче, это вот такие дождевые штуки. Они для, ну, когда дождь, чтобы обувь свою не замарать. Я взяла розовенькие, хотя моя мама посмотрела, я взяла еще розовые, голубые, такая, думаю, еще кому-нибудь подарю. Мама такая посмотрела, говорит, ой, ну это типа бахил, это недолговечно, они порвутся сразу при первой носке. Такие у меня практичные девчонки вокруг. И я положила одни обратно, взяла одни, думаю, ладно, тогда для видео просто покажу. Стоят они 99 рублей. Здесь у нас две вот такие липучки отдельные, почему-то вообще никак не приспособленные. А здесь на резинке, слушайте, ну не как бахилы. Они выглядят, как знаете, не как бахилы, а как эти. Плащ от дождя. Примерно вот так. Слушайте, мне кажется, это интересно. И вот так вот засовываешь ты свою ногу с обувью. Влезет сюда, влезет. Ну и слишком большая обувь не влезет, тут, знаете, вот этот подъем. Ну, такая, допустим, кроссовки какие-то, я думаю, влез. И все. И типа вы вот так вот раз на резинке. Можно даже, резинка такая плотная, что можно даже не заделывать ничего вот этой штукой. И как оно? Что-то я не поняла вообще, для чего она нужна. Она никак.
как здесь? Типа вот так, может, что-то? Типа вот так что-то? Но это ни к чему. Короче, резинки одной абсолютно хватит, я думаю. Или как? Или вот как-то... Вообще непонятно, для чего вот эти штучки. А ну-ка. Может, в инструкции есть? Где? Ну, здесь как-то оно вот такое удобное... Удобная застежка на липучке. Защищает обувь от влаги, универсальный размер, компактный, не займут много места в сумке. Я все равно не пойму, как этой липучкой пользоваться. Просто вот липучки. Она же должна быть гладкая, а не так торчать, как я это сделала. Не, она не прилипает. Вот так вот. Может, вот так вот, типа. Одна на другую. Ну, короче, тогда получается, одна, один вот здесь вот торчит. Но это, мне кажется, неправильно. Что-то вообще... вообще непонятно, для чего. Они не нужны. Ладно, одену на обувь тоже покажу. Мне кажется, это интересная вещь. Дальше. Взяла свои любимые салфетки детские, маленькие, они всегда пригождаются для деток очень хорошо. Ага, вот они пакеты, как я вам говорила, оказывается, ментоловые я уже взяла, вот еще два пакета, это два разных дня я ходила в фикс прайс. А дальше, одна из подписчиц просила меня затестить вот эти вот пудры для дизайна ногтей. Подготовьте ногтевую пластину, придайте необходимую, нанесите базовый лак, затем подходящий цветной лак, затем... их высыхание. Вот видите, аппликатный пудр. Короче, будем тестить мы с вами тоже в отдельном видео вот это вот. Это пудра для ногтей. Может быть, будет вот такой эффект похожий, как у меня. Но у меня здесь гель-лак, и эту пудру втирали в гель-лак, который уже не липнет сверху. Я не знаю, как это на свежий лак делать. Поэтому мы будем с вами тестить вот это вот. Отдельно. Вот, и еще моя подружка Леночка, которая темненькая, может, вы ее видели, она сказала, что офигенный кондиционер, не пробовала ли ты в фикс-прайсе? Я говорю, нет, не пробовала. Она говорит, у него замечательный запах, ей очень понравилось, короче, рекомендую взять. Еще она мне порекомендовала лак для ногтей, который долго держится, но так как я делаю сейчас лак в салоне, я не взяла. Слушайте, запах, правда, очень классный, но я надеюсь, что он кондиционирует белье хорошо, но я ей доверяю. Раз она сказала, что классно, то классно. Именно вот такой вот розовенький вернель с черным бантиком, запомните. Я сразу взяла. Я вот люблю, когда мне так рекомендуют подружки что-нибудь. Все, мои хорошие, 19 минут я уже рассказываю. Смотрите, сколько новинок, правда, фикс прайс? Молодцы. Реально очень много прикольных штук, веселых и полезных, и необычных, которые могут удивлять. И для отдельного видео смотрите, сколько у нас еще. Так что подписывайтесь на мой канал. Кстати, скоро будут еще покупки AliExpress. Я заказала очень много необычных вещей, которые сама хотела бы протестить. Так что, кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайк, если вам нравятся мои видео. Я знаю, что вы любите FixPrice. Подтверждайте это лайком. Также будут отдельные видео, не пропустите. Тест, обзор. Буду убирать усики и будем делать ногти. Вот, что еще хотела сказать? Что еще хотела сказать? Ты хотела что-нибудь сказать? Мы вас любим, целуем, прощаемся до следующего видео. Пока-пока!